Арбат Холл. Очередь на концерт группы Грот. И где-то там конец. Очень рады видеть всех снова здесь, в столице, в который раз уже. Друзья, прошлый концерт. Кто на нем был? Вот в целом. А впервые вообще сегодня есть такие? Статистика пошла. Неплохо, друзья, неплохо. Сегодня у нас предюбилейный концерт. В мае 10 лет исполняется. Сегодня постарались собрать интересную программу. Что-то новое, необычное. Для вас на столице тут, как всегда, больше всего концертов, потому что больше всего людей. Попробуем. Плюс новый трек презентуем сегодня. Нас в этом году впервые за 9 лет концертной деятельности, начиная с 2009 года, мы нарушили свою традицию, и этой осенью мы ничего не выпустили. Обычно все 9 лет мы выпускали альбом, либо EP, либо еще что-то такое. Но это не просто так произошло, потому что весной 19-го у нас будет юбилей, 10 лет коллективу, и все самые важные события мы смещаем туда, на весну. Поэтому весной будет и новый материал, и все новое, и будем праздновать, короче, во всю весь 2019 год. А сегодня не менее важное событие, мы без сил выбираемся для этого. Поможете? Поможете? Все руки нужны. Посмотрите это! Просто огонь. Ну давайте выключим свет во всем зале и наведем мрака и ужаса. Поехали!